Всем привет! Сегодня мы с Лялей на прогулке в наших пенатах родных. Задымление стильное. Вот здесь еще, пока мы снимали, так еще как-то ветерок разогнал немножко дым. Ляль, сейчас Ляль, вообще ничего не улыбаемся? Видно. А что улыбаемся? Ляля улыбается. Ляля хорошо. А? Лялю накупали с утра. Я думала, что такой дым стильный, мы не пойдем. Ну, прогулочку короткую делали, будем в нем дома. А вот немножко развеялась, выскочили. И зубки показываем, да? И Ляля высохла, и мы побежали на улицу. А Ляле хорошо, вкусняшки выпрашивай, водичку попивай. Ляля обрастает, как игрушка стала. Что, ушки улетают твои? Я на яркой такая по окраске. Здесь камера высвечивает немножко. Там вопросы мне задавал кто-то, я пропустила, как-то не ответила. Чем мы ее кормим? Мы ее кормим вареной курицей, грудкой. И с грудки вывариваю косточки, чтобы навар был такой. И вот этим кормим. И кисломолочное даем. Я уже говорила где-то. Ну, люди это не все смотрят, спрашивают. Ляле вот 7 лет будет, ну, у нее зубки крепкие, хорошие, десенки хорошие. Все сохранила на это. Ветер сильный, мы надеемся, что разгонит дым, но дым не разогнал он. Вот сейчас вообще, вот, когда я записываю, туман сплошной стоит. Хотя передали, что вредных веществ нет, только типа пепел там и что-то такое. Закрывайте, отключите кондиционеры, закрывайте окна. Но люди ходят и работают, на работу ездят, и все, живут обычной жизнью. Что делать? Вот надеемся только на дождь. Может быть, дождь вызовут. В Якутии вызвали, вроде дождь идет. Может быть, и у нас будет как-то все нормально. Пойдем? Это шум ветра такой в камере. Сидим, отдыхаем на скамеечке. Лялечка сейчас посидит. Она почему-то такая нетерпеливая. Ей надо вот куда-то двигаться, куда-то бежать. Язык уже навык, но она сидит еще. Сейчас начнет лаять. Проявлять недовольство. Нетерпение, вернее. Но мы стараемся с передышечками, чтобы ее не напрягать сильно. Походили, посидели. Все, Ляля уже все достала. Вкусняшек не дают. Да, она начинает отчихиваться. Прежде чем гавкнуть, хорошо, она прочихается. Да, пошли дальше, говорит. Хватит сидеть. Да. Вперед из песни. Ну вот как-то так у нас получается. Вот так вся завертелась, закрутилась, активная, энергичная. Ну что нам остается? Вставать и двигаться дальше. Ой, ты сегодня чистенькая, шкурочка вся чистенькая у тебя. Лапочки чистенькие, пузико чистенькое. После ванночки. Меховушечка твоя. Меховушечка твоя чистая. Лялю пока после ванны не расчешешь, она прямо такая вся кучеряшками, кучеряшками, кучеряшками. Потом дует. Вот так это расчесали мы расчесочкой, пушиночки так распрямились. А то из кольца в кольцо. Интересно так, спина. Почти прямой волос, а вся грудка, вся в кучеряшках, то есть будет плавать. Ну и в конце видео, как всегда, как я сейчас делаю,
показываю кусочек Иркутска. Это домики такие у нас в театральном квартале. Строят такие домики сейчас. Вот такие интересные. Всем пока.